Представляем еще один вариант напольных плинтусов из нержавеющей стали. Плинтус имеет размер 40 мм на 10. Как вы заметили, он с каблеканалом. Имеет специальное крепление. Вот так оно выглядит. То есть крепеж крепится к стене. Плинтус на него вот так вот вешается просто. Очень удобно. Так опускаете и защелкивается так вот. То есть также, если необходимо добраться к проводке, также можно его открыть, убрать, и если добавить, и опять закрыть. Держит достаточно надежно, видите, даже не болтается. То есть, вот сейчас щелкну, вот. То есть, держится четко. Вот так все залито выглядит. Есть два варианта покрытия. Вот так выглядит матовое покрытие. Оно такое, как слегка такое потертое. Очень эстетично смотрится. И есть второй вариант — глянцевое. Глянцевое такое прям вот, как настоящий нержавейка. Толщина стали 0,8 мм. Марка 430, то есть нержавейка обычная, не повышенной прочности. Если нужна будет повышенной прочности, такая тоже есть на заказ. И также можно сделать на заказ плинтус с более толстой стали, миллиметровой будет. С ценами можете ознакомиться на сайте. Следите за новинками.